Президент Казахстана провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности с участием его руководителей и глав территориальных подразделений КНБ. Перед совещанием Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Президент также осмотрел экспозицию музея комитета, который реконструировали в 2017-м. Во время заседания глава государства заслушал доклад председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов. В завершении президент дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.